Ну, я думаю, стоит еще сказать пару слов о профсоюзах, что самая крупная профсоюзная организация Украины — это Федерация профсоюзов Украины. Она является наследником, она является наследницей еще советских профсоюзов, то есть она полностью подконтрольна власти и крупному бизнесу. Zu den Gewerkschaften in der Ukraine, also die größte ist die Föderation der Gewerkschaften, die noch der Nachfolge, quasi die Nachfolgeorganisation aus der oder ihre Wurzeln in der Sowjetunion hat. Also die Vorgängerorganisation kommt aus der Sowjetunion. Und die wird eben auch komplett von den Machthabern und vom Großkapital kontrolliert, diese Gewerkschaft. Да, но, к примеру, в Украине уже была к этому времени весьма активна конфедерация профсоюзов Украины, которая хоть и не является левой или особенно радикальной организацией, но в нее входили настоящие боевые профсоюзы, которые которые, в отличие от ФПУ, и в самом деле занимались защитой трудящихся. Und es gab aber zu dieser Zeit dann auch schon langsam die Konföderation der Gewerkschaften, die jetzt auch nicht ultralinks waren, aber wo es eben Gewerkschaften gab, die wirklich für die Rechte der Arbeiter gekämpft haben. Но тут нужно сказать, что лидер этой организации — это политик. И политик, опять же, не левый, он был из партии Юлии Тимошенко, если я не ошибаюсь, он уже из этой партии вышел, но скорее из таких, имел скорее либеральные и центристские корни, именно поэтому эта организация и не уходила слишком далеко влево, но скажем, скажем, в акциях против Трудового кодекса они также участвовали. Keinesfalls aus den linken Kreisen, aber die eben ansatzweise eben auch diese Rhetorik übernommen haben von den Leuten, die demonstriert haben und eben mitgeholfen haben, dass dieses neue Arbeitsrecht verhindert wird. Потом еще можно вспомнить о основании профсоюза прямое действие. Dann lohnt sich noch zu erwähnen die Gewerkschaft Direkte Aktion. Это студенческий профсоюз, первое поколение которого существовало еще в 90-е годы, но тогда он быстро распался во многом из-за давления СБУ. Das ist also eine Studentengewerkschaft, die es zwar auch schon in den 90ern gab, die dann aber auseinandergefallen ist aufgrund des Drucks des ukrainischen Geheimdienstes. В принципе, из людей, которые были членами этой организации, вышло очень много активистов, которые позже пришли в анархистское движение, и были там активны, или в движение в правозащитное, которые поддерживали мигрантов, ну и так далее. То есть в какой-то мере эта организация стала кузницей кадров. Я говорю именно о первом поколении. Und viele Leute, die damals eben in dieser Studentengewerkschaft aktiv waren, haben sich dann mit anderen Sachen beschäftigt, sind so in die anarchistische Richtung gegangen. Oder Richtung Menschenrechte, haben Migranten unterstützt. Also man kann schon sagen, dass diese Studentengewerkschaft eine Brutstätte für die späteren Kader war. Ну и в 2009 году активизировалось второе поколение этого профсоюза. Это были уже новые люди, которые решили опереться на эту традицию. И первая их заметная акция — это была акция против закона об образовании, который предлагала правительство Юлии Тимошенко.
Und 2009 tauchte dann eben die zweite Generation dieser Studentengewerkschaft auf. Da war die erste Aktion der Protest gegen das neue Bildungsgesetz, wie Timoschenko das einführen wollte. Потом в 2010 году зимой произошли президентские выборы, на которых победил Янукович. Во многом его победа была обусловлена такой общей социальной апатией и разочарованием в оранжевой власти, которая не исполнила большую часть своих обещаний. Вот, ну и в свою очередь, победа Януковича, она активно определялась той пропагандой, которую его партия вела на востоке Украины. То есть он обещал, что вот как только он, ну, он описывал Майдан 2004 года как незаконный переворот, в результате которого у востока Украины украли заслуженную победу. Ну, и он обещал ситуацию исправить. Im Winter 2010 ist dann Janukowitsch gewählt worden. Seinen Sieg hat er zu verdanken zum einen einer gewissen sozialen Apathie und der Enttäuschung über die Orangene Revolution. Und er hat das eben auch in seiner Propaganda ausgenutzt. Also er hat sich da auch sehr auf die Ostukraine gestützt und hat eben gesagt, dass der erste Maidan quasi die Ostukraine benachteiligt hat. Разумеется, вторая причина – это тотальное разочарование лично в фигуре Виктора Ющенко и их взаимный обмен компроматами с Тимошенко. То есть они между собой враждовали едва ли не больше, чем с Януковичем. Und ein zweiter Grund für den Wahlsieg von Janukowitsch ist eben auch die komplette Enttäuschung über Juschenko, weil Juschenko und Timoschenko sich einen kleinen Krieg geliefert hatten, wer hat gegen wen welches kompromittierende Material veröffentlicht. И в принципе уже 2010 год это, ну, для Украины очень типично негативное голосование. То есть голосуют не потому, что верят в президента, а голосуют потому, что вот альтернатива еще хуже. И поэтому цель кандидата – показать не то, что он лучше других, а что остальные еще хуже, еще страшнее. Особенно ярко мы это увидели сейчас в результате избрания Порошенко. Но я повторю нет. Да, ja, charakteristisch auch für das Wählen, dass man das aus einer negativen Haltung heraus macht. Also man wählt nicht den Guten, sondern man wählt das kleinere Übel. Und so ist es eben jetzt bei den aktuellen Wahlen in der Ukraine auch wieder gelaufen, dass der Rest einfach nur noch schlimmer wäre. Also. Вот. Ну и экономическая политика, которую вел Янукович, она была абсолютно неотличима от той, которую вели Ющенко и Тимошенко, с небольшой разницей. У Януковича у него было больше политической воли и больше власти. Можно сказать, что просто в какой-то мере он был наглее. Во-первых, он вернул старую конституцию, по которой основная власть находится в руках у президента. То есть в 2004 году была изменена конституция, и Украина из президентской парламентской республики стала парламентской президентской. То есть большая часть полномочий она была передана от президента к парламенту и правительству. А Янукович он себе это вернул обратно. Таким образом он как бы выстроил вертикаль власти, в какой-то мере по образцу путинской, хоть слабее. Und es war auch kein großer Unterschied in der Wirtschaftspolitik, wie auf der einen Seite Juschenko und Timoschenko sie geführt haben, auf der anderen Seite Janukowitsch. Janukowitsch hat vielleicht
mehr Macht gehabt hat, da hat das straffer durchführen können, weil er eben auch dreister war und die ukrainische Verfassung wieder geändert hatte. 2004 gab es die Verfassung, die eben dem Parlament eine große Rolle zuschreibt und Janukowitsch hat das wieder umgedreht, die Verfassung auf den Präsidenten zugeschrieben. Es ist so ein bisschen das Modell wie in Russland, nicht ganz so hart, aber es geht in die Richtung von der Präsidialen.